Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 15 апреля 2017 года. Происходит у нас сборка теплиц капелька VIP шириной 3 метра, длиной 5 метров. Вот она уже готовая, сейчас мы к ней подойдем поближе. И заканчивается монтаж теплицы арочная шириной 3 метра, длиной 2 метра. Итак, капля VIP шириной 3 метра, длиной 5 метров. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Поликарбонат мы использовали 4-миллиметровый, 0,72 плотность. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40. Арки выполнены в виде ферм. Это, в принципе, является отличительной чертой теплицы под названием капля VIP. Очень мощный и надежный каркас. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Больше никаких наворотов в этой теплице нет. Вот так она выглядит со стороны. На этом про каплю VIP пока все. Далее будет арочная 3 на 2. Итак, готова у нас вторая теплица арочная. Шириной 3 метра, длиной 2 метра. Каркас у теплицы сделан из трубы 20 на 20. Покраска грунт эмаль зеленый цвет. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. С одного торца у нас установлена цельная дверь, другой торец глухой. Теплица будет использоваться под хозяйственные нужды. Что-то в ней будут хранить. И вон там вдалеке у нас вторая капля VIP 3 на 5. На этом все. Ставьте пальцы вверх. Делитесь своими историями, задавайте вопросы. Всем пока.